День пловца – один из самых любимых июньских праздников гостей и жителей курорта. В массовом мероприятии приняли участие порядка 500 человек, в том числе и ребята, которые посещают площадки нашего двора. Одноименный проект по инициативе главы Сочи Анатолия Пахомова в этом году включил в себя и организованные морские купания. Сегодня в 17-й раз мы проводим городской водно-спортивный праздник «День пловца», который собирает поклонников вида спорта плавания и всех желающих, всех, кто любит плавание, всех, кто хочет принять в этом празднике участие. И, конечно же, в первую очередь это проводится для того, чтобы наши дети, наши сочинские дети, живя на море, умели плавать. Заплывы проводились в несколько этапов и были разделены по уровню подготовки детей и взрослых, поэтому среди участников немало новичков. Профессиональные спортсмены проплывали кролем, брасом, баттерфляем на спине и вольным стилем. На празднике свое мастерство показали ветераны плавания, чемпионы, рекордсмены краевых и международных соревнований. Среди них оказался 4-кратный чемпион мира, чья карьера спортсмена началась именно в Сочи. В спорте 50 лет ровно. Мастера спорта выполнил в 15 лет здесь, в Сочи, на бассейне на Чайковского. И в 2001 году организовал эти мероприятия, эти соревнования, великолепный День пловца, единственный у нас в России. Многие любители водного отдыха, которым сегодня посчастливилось попробовать свои силы и проплыть вместе с профессионалами, решили записаться в бассейн и спортивные секции. И это лучший результат для организаторов праздника. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.